I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. Addicted and I just can't get enough. I'm addicted, 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 just can't get enough. Всем привет! Меня зовут Николай Стасолик, я занимаюсь паркуром 13 лет. В паркур я пришел через китайские фильмы Джеки Чана. Причем тогда я не знал, что такое паркур, а просто смотрел фильмы там «Полицейская история», «Доспехи Бога», и мне нравилось, как Джеки очень ловко прыгал там от стенки на забор, делал какие-то финты очень клевые. Мне очень нравилось, мы в детстве бегали с друзьями, пытались повторять. С момента, когда я вошел в трейсерс, я уже начал активно развиваться физически, понимать, что вот надо расти, добиваться лучшего, большего, потому что я там видел более крутых ребят. Я уже с тех времен думал, что если ты не готов сейчас это сделать, лучше этого не делать. Лучше потренироваться в более безопасных условиях, действительно попрыгать, не знаю, расстояние там на земле, отметить этими веточками, быть на 100% уверен, что вот я прыгаю так в расстоянии. И параллельно там работать на высоте, да. Короче, надо постоянно работать над преодолением страха. Я не спорю, что бывают форс-мажоры, но именно количеством тренировок ты учишься избегать, то есть уменьшать вот этот процент форс-мажора, потому что ты учишься предсказывать, что может пойти не так. Разница, готов ты к этому и абсолютно не готов, играет роль на результат, что из этого получится, то есть пойдешь ты разобьешься или ты уже будешь готов на то, чтобы там как-то повернуться, выкрутиться, схватиться. Значит, я работал в мюзикле «Монте-Кристо» 4 года, вечерние спектакли. Я выхожу на достаточно сложный физический номер делать сольную программу. Я не заметил, как у меня застряла нога в рукоятке декорации, пятка у меня застряла, а я уже пошел на спрыгивание. И в итоге получилось, что меня ногу дернуло, я начал падать тупо с декорации на сцену, на голову. Все, что я успел, подставить руки, хлопнулся очень неприятно, сломал удивидную кость, вскочил, доработал 3 номера акробатических и уехал в травмпункт. Для чего вы занимаетесь паркуром? Занимаетесь вы им для того, чтобы выпендриться перед друзьями или выделиться из толпы, там, не знаю, чтобы девушка на вас обратила внимание, для поддержания просто формы, или просто вы, я не знаю, хотите стать для себя там каким-то крутым чуваком, который делает какие-то нереальные вещи. У каждой причины, наверное, есть право на то, чтобы она была, скажем так. Главное всегда иметь абсолютно четкую цель. Для чего? Будьте упорными, усидчивыми и не позволяйте жизненным обстоятельствам просто останавливать вашу страсть, ваше желание развиваться, в частности, при помощи паркура. Такая вот вырезка.